Всем привет, друзья, с вами Вест, и не успел зайти я на сервер, как на меня сагрились волки. А сейчас вроде бы я от них оторвался, или нет еще. Напомню, что в прошлой серии я залутал полицейку, и сейчас хочу выбираться с мегаполиса, то есть идти в маленькие города лутаться. Так, ну вроде оторвался, да, все нормально. Так, то олень. Фу. Вроде, да, не зацепили меня ни разу. Блин, это было реально стрёмно. Так, надо теперь понять, куда я иду. Сразу рацию включу. Она очень помогает, как оказалось. Я в прошлой серии поймал радиоволну. Можно, конечно, с кем-нибудь связаться, попробовать. В комментариях так и не написали, на какое расстояние она берет. То есть мне хотя бы, чтобы понимать, если я еще раз поймаю радиоволну, то есть где хотя бы находится человек, в каком радиусе. Ну, я думаю, в районе километра должна брать. Кстати, там на рации есть определенная частота, то есть сервера 22, там что-то 22-22, кажется. Да, вот так вот. Все, настроил рацию. Так, с водой у меня сейчас проблемы, потому что банок воды у меня нет, газировки. Есть только фляжка. Она полная, и пока юзать я ее не хочу. Так, еще бы понять, куда я выбегаю. В принципе, в прошлой серии я неплохо так залутался. Так, вон вижу вроде бы заправка. Вдалеке. А, карта. Я понял. Тогда бегу пока туда. Как я вообще хоть выгляжу? Ох, нифига себе. Это реально круто выгляжу. Правда, от третьего лица непривычно играть, поэтому я буду играть от первого. Говорят, что есть сервера от первого лица, то есть как только... Как только я здесь умру, я, наверное, перейду чисто от первого лица. Почему мне всегда кажется, что... Кто-то рядом со мной есть. То есть от первого лица должно быть. Вы подняли карту. Но карта у меня, по-моему, до этого была. Если я не ошибаюсь. От первого лица, я надеюсь, будет больше людей играть. Так, сейчас я в кустиках спрячусь, посмотрю, была у меня карта или нет. Мап.
Гридмап это. Ага, гридмап это рисованная карта. А нет, смотрите, у меня есть пиво. Все отлично, пиво выпил. Немножечко развезло. Ну да ладно. В принципе, спадает очень быстро. Так, вот мне бы на ту сторону бы перебраться. Там вроде как лут есть. Там вон куча машин. Прямо у нас мост. К сожалению, так далеко прицел не берет. А, все размыто. Да, наверное, переберусь на ту сторону. Так, ну в принципе кислород тратится не так уж и быстро. Так, выпить грязную воду не хочу. То есть раньше можно было пить из реки, тебе ничего не будет. Сейчас же это считается грязной водой. То есть, походу, нужны таблетки для очистки воды. Так, пластиковая бутылка. Надеюсь, она empty. Ну, круто. Так, рубинг алкоголь. Это, кажется, под бинты, крафт бинтов. А, ну, давайте сразу посмотрим. Меди... Сына, да. То есть это улучшенные бинты, я так понимаю. Ну, не понимаю, помню. А, где-то у меня была... Да, фуловая. Все отлично. Пока есть. Пока все есть. Так, к сожалению, уже сейчас ночь. О. Где-то зомби заспаунился. Так что это я поднял? Ага, перчатки. Пока нафиг не нужны. Так, теперь можно обыскивать и автобусы, потому что я помню раньше... Что это такое? Что за странные звуки? Так, а почему у меня ХП все отбавляется и отбавляется?
Так, я помню, красные грибы нужны для крафта, вот только не помню чего. Надо вспоминать все. Надо прошуршать еще. Википедию. И вспомнить, для чего нужны грибы. Ну, синие я помню точно. Радиацию уменьшают. А вот красные. Да, 222 и 2. Это радиоволна данного сервера. То есть даже можно будет попробовать связаться с выжившими. Так, если я не ошибаюсь, я выбежал на навесы. Да. Вот Heaven, Султан. Да-да-да. Меня единственное напрягает то, что могут быть сейчас на навесах. Вернее, на палатках. Так, зомби будем обходить стороной. Да, Т. Это бить прикладом. Так, сейчас сразу закинусь едой. О, отлично. А, так это... Блин, это еда была. Это я дурачок. Нифига не видно, правда. Так, Rifle Silencer. Это глушитель, нифига себе. Так, я теперь могу по-тихому убивать зомбарей, но только мне нужны патроны, пятерки. У меня всего их 20.
Быстро-быстро-быстро шуршим, чтобы не палиться фонариком. И, наверное, после этого двинемся в Woodhaven. Ну, не наверное, а точно. Так, а этот стеллаж полностью пустой. Ой, это новый монстр. И теперь валим по-тихому. Все, тогда нужно идти сейчас в Woodhaven. Только уже не через этот мост, а через следующий. И я думаю, можно, в принципе, уже будет с кем-то воевать. Да, в принципе, уже можно воевать, но вот единственная проблема в том, что у меня сейчас нет прицела на М-ку. Хотя это такая М-ка, с которой, ну, можно и с мушки стрелять. Так, сейчас я посмотрю, что я там надыбал. Так, 9 миллиметров. Где мои 9 миллиметров? Это не под ХКшку, под ХКшку 10. Так, то есть у меня на пистолет две полные обоймы есть. Это хорошо. Под станах, правда, нет. В принципе, я думаю, даже вот эти вот, вот этот пистолет уже можно выкинуть. Он только место занимает. Так, все, рассвет, отлично. Ладно, побежали тогда в сторону Woodhaven. Забегать я, наверное, в него не буду в этой серии уже. Где-то тачка. Я явно слышал тачку. О, чувак. Чувак в сторону Woodhaven бежит. Да. А, тут база. И вон еще одна строится. Давайте тогда высекать чувака. Я надеюсь, ну, он меня отсюда, вернее, оттуда не видит. Надо поближе подобраться. Так.
Я не знаю, что как тут снайперки стреляют. Он, кстати, может быть даже не один. Так, проблема в том, что я его потерял. Да, я его тупо не вижу. Он там, кстати, с кем-то перестреливался. Да, то есть, походу, вот это его база, он пошел просто в город лутаться. Мне бы вот тут, вот ту бы гору занять. И хотя бы понять, как стреляется с ренегата. То есть, как пуля летит. Я ж не помню уже вообще баллистику этой игры. Да и скорее всего ее поменяли уже. Чувак стрелял с пистолета, видимо, по монстрам. Можно, конечно, забайтить, попробовать на рацию. Но тогда я спалюсь 100%, что я, если рация берет на маленький диапазон, вернее, на маленький радиус, то я спалюсь, что я рядом. А мне сейчас этого не надо. Так, в принципе, можно попробовать подождать его, пока он будет бежать обратно на базу, если это, конечно, его база. Надо было за ним следить.
Мне еще интересно, а блики от снайперского прицела есть здесь или нет? Ну, то есть, вот я когда целюсь с определен... Вот блик от прицела. Меня видно или нет? То есть вот я целюсь, у меня блик слева. То есть когда он будет бежать к базе, его в принципе можно попробовать принять. Но я думаю, бежать к базе он будет не скоро. Ладно, и так, чтобы серию не затягивать, давайте, наверное, где-то повыше сейчас заберусь и выйду тогда, и в следующей серии уже продолжим. Вот здесь вот в кустиках, в принципе, идеальное место. Ладно, ребятки, спасибо, что посмотрели видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Вест. Всем до новых встреч, увидимся в следующей серии. Пока-пока.